Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами рассмотрим два палантина и четыре платка из весенней коллекции Норхен. Поехали! Каждое изделие приходит упакованное в красивую подарочную коробочку. И сейчас вместе с вами мы распакуем каждую коробочку и рассмотрим каждый палантин и каждый платок. Коробка довольно внушительная, ее не стыдно подарить в подарок. И размер этой коробки 25 на 19 и на 4 сантиметра. И каждая коробка индивидуально запакована скотчем. То есть никто до вас не может вскрыть и посмотреть ваше изделие. Если мы разрежем с двух сторон скотч, то сможем снять верхнюю коробочку, на которой есть вся информация об изделии. И внутри лежит еще одна коробка с логотипом Норхен и с логотипом Oriflame. Норхен – это коллекция, которая позиционируется как премиальная коллекция Oriflame. И давайте же мы снимем крышку и посмотрим, что же скрывает подарочная коробочка Норхен. Внутри мы видим платок, который упакован в красивую, очень тонкую полупрозрачную калечку, и калька зафиксирована эмблемой Норхен Oriflame. Упаковочная бумага располагается в платке по всей длине. И сейчас давайте достанем само изделие и посмотрим, как оно выглядит. Это большой платок с принтом листья. Также мы видим картонную этикетку Норхен, везде прослеживается бренд Норхен. Материал этого платка 100% вискоза, размер его 130 на 130 сантиметров. Это очень яркий платок. По диагонали рисунок визуально разделен на две зоны. Одна с преобладанием холодных оттенков, другая с преобладанием теплых и ярко-красных оттенков. Это платок с ярким характером. Оранжевые, желтые, малиновые листья на фоне голубого неба. Это, конечно, принт, который выберет очень уверенная в себе и эффектная девушка. Кирпично-красная вставка с изображениями сказочных существ открывает дополнительные преимущества. Если вы сложите по диагонали платок, то можно его носить с двух сторон, подбирая под разную одежду или мгновенно менять акцент образа. То есть вы можете носить его и пополам красно-синей стороной, и носить вперед, например, синей стороной, прятать красную, либо наоборот, полностью красной стороной и прятать синюю. По всему периметру платок подвернут и подшит. И могу отметить, что цвет этого аксессуара и с лицевой, и с изнаночной стороны одинаково яркий. То есть, если он перевернется у вас на шее, то не будет особенно видно, лицо это или изнанка. Берем следующую подарочную коробочку Норхен, вскрываем с двух сторон и достаем картонную упаковку с логотипом. И внутри мы также видим калечку, упакованную эмблемой Норхен. Этот платок уже благородная классика. Аксессуар, имя которому безупречный вкус. Мы видим три цвета: темно-синий, красный и белый. Эти цвета дополнят любой деловой образ. Они будут шикарно сочетаться с белой блузкой. Также у этого платка правильная форма каре, которая подчеркивает классику данного аксессуара. Также строгие линии принта бриллиант, изысканная кайма. И все это в комбинации с необычным красивым материалом, это тоже 100% вискоза, становится ярким акцентом, который с одной стороны будет выделяться эффектно в образе, но с другой стороны подчеркивать классическое настроение и, конечно же, ваш безупречный вкус. 41084 – это платок, который очень меня заинтересовал именно тем, что здесь монохромная гамма, зеленый и белый, всего два оттенка, но выглядит это очень нежно по-весеннему и здорово освежает образ. Давайте откроем же коробочку, вскроем индивидуальную упаковку и рассмотрим этот платок. Размер его 90 на 90 сантиметров, как и предыдущий, и здесь мы видим экзотический сад. Это природный принт, но при этом очень свежий, очень яркие запоминающиеся образы в этом принте. Пальмовые листья, тропические цветы, мы даже видим горы,
здесь прослеживается деревянный мост, и все это манит выйти погулять в этом платке. Созерцательное настроение усиливает баланс вот этих белых и нежно-зеленых оттенков. Идеальным фоном к такому платку станет однотонная одежда простого кроя в спокойных таких нежных пастельных оттенках. Следующий лот нашего обзора — это 41081 палантин с орнаментальным принтом. Давайте же вскроем быстрее коробочку и посмотрим, что лежит там внутри, что скрывает вот эта калечка. Я хочу отметить, что все платки, палантины очень нежные, они очень легкие, они полупрозрачные, они здорово драпируются и очень нежно выглядят на шее, на плечах. И вот я не люблю, когда данные аксессуары создают такой грубое нагромождение в зоне лица. А вот когда это нежные, вот такие красивые драпировки, это всегда, конечно же, очень украшает женщин. Ну что, давайте заглянем в коробочку. Этот палантин размером 180 на 70 сантиметров. Так же, как и предыдущие, он подвернут и подшит по всему периметру. И посмотрите, какой яркий, красивый орнамент. Здесь сочетаются геометрические мотивы и цветочно-растительные. Мы видим, как полосы, зигзаги, ромбы перебиваются природной естественностью принта гербера и дубовый лист. И все это создает одновременно и строгий классический, и в то же время свободный романтический образ. То есть с таким принтом вы можете сочетать и официальную одежду, и выйти погулять в таком, в каком-то романтическом образе. Яркие цвета также уравновешиваются воздушным плетением ткани с очень приятным на ощупь хлопковым эффектом. 41082. Эта коробочка скрывает большой платок с принтом бабочка. Размер его 130 на 130 сантиметров. Это тоже 100% вискоза. И такой большой платок выполнен в бело-лиловой гамме. Посередине мы видим красивую большую бабочку, но когда мы начинаем этот платок драпировать, конечно же, эти еле заметные линии бабочки исчезают, и она не прослеживается в образе. Я даже не знаю, как можно этот платок надеть, чтобы эту бабочку можно было увидеть. В этом платке мы видим экзотику и классику. Такой платок составит интересный ансамбль с одеждой нейтральных оттенков. Это действительно восхитительная легкость, которая может окружить себя любая девушка. Ну и последняя коробка, она самая большая. Ее размер 29 на 19 на 7,5 сантиметров. Если вы планируете дарить в подарок, то подбирайте под нее подарочный пакет побольше. Она тоже запакована на индивидуальный скотч, и здесь уже лежит палантин более теплый. Хотя он тоже выполнен из вискозы, но в каталоге есть сноска, что этот палантин с эффектом кашемира. Давайте его рассмотрим. Палантин размером 170 на 55 сантиметров. Он очень нежных оттенков. Это пастельная сиренево-розовая гамма. Посмотрите, какие плавные переходы амбре. Они подчеркнут женственность, они придадут романтичность образу. Вот такие витые кисти придадут элегантности вашей верхней одежде. Очень приятный коже материал, конечно же, подарит ощущение уюта. А мягкость материала позволит красиво драпировать палантин вокруг шеи или на плечах. Этот палантин может стать очень эффектной накидкой. Если вы дополните его украшениями из каталога Норхен в оттенках розового золота, либо очками в тонкой оправе, то вы будете выглядеть очень нежно и очень элегантно. Вот такие 6 аксессуаров из коллекции Норхен посмотрели мы с вами в этом обзоре. Какой из платков либо палантинов понравился вам больше всего? Делитесь со мной в комментариях. Ставьте лайк, если вам было интересно и полезно это видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео и посмотреть его самыми первыми. Пока-пока!